Все, мы в прямом эфире. Доброе утро, всем день. Всем доброе утро, всем кофе прекрасного, да, сегодня, девочки. Ну что, подключайтесь. У нас с Татьяной сегодня, давайте мы представимся, кто пока подключаться будет. Татьяна производит потрясающие сумки. Я не случайно пригласила Танюшу сегодня для первого такого кофе-блога нашего. И это будет регулярно теперь происходить, поэтому очень ждем ваших интересных вопросов. Ну и вообще поболтаем, как всегда, да, за чашечкой кофе о том, что нам нравится. Привет, девочки! Очень рада всех видеть. Это наш первый кофе-блог с Аленой и с Татьяной. Вот. Как я уже давала ссылочки, да, на Таню. Вы, кстати, за Татьяной ее потрясающие сумки. Мы, конечно, в процессе эфира, да, покажем их поближе, вы сможете посмотреть. Я, на самом деле, безумно просто ими вдохновлена, потому что классно, красиво. И сегодня, кстати, был такой, пока мы тут сидели, готовились, момент, с чем их носить. Я пару слов могу сказать об этом, так что, если вам это интересно, вы там пишите, с чем их носите, что и как. Девчонки, у нас экран расположен вот так, а не вот так, да, как мы привыкли, потому что потом я планирую эту запись сохранить на YouTube, чтобы вы смогли посмотреть это, да, поэтому будет вот в таком формате. Ну, вопросы мы будем как-то вот так вот читать ваши. Поэтому... А, знакомые люди. Да. Вот уже так вот у нас будет. Но это первый наш эфир, если честно, мы даже немножко волнуемся, потому что мы когда обсуждали с Таней на первой встрече, нам хотелось сделать что-то такое легкое, болтушечное, интересное. Ну, в общем, да, и наши бабушки тогда затянулись, помню. Да, сколько. Как всегда, девочки собрались, насколько, на час? Да, на час. Да, просидели часа три, наверное, я не помню, мы разошлись как-то так очень долго мы общались. Долго, да, ну довольны. Да, поэтому, девчонки, сегодня будем начинать вот такую интересную рубрику. Я надеюсь, вы запаслись кофе. Приятно, горячим, потому что не зря же называется кофе-блог, да? А вообще, я к кофе неравнодушна, ты, Тань, как? А, я без него жить не могу. Вот такая. Засада, кофе нет, я не могу проснуться. Да, и продолжение дня – это обязательно кофе. Вот, 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 вот. Ну что, даю слово Тане. Тань, расскажи о себе. Я даже на самом деле не знаю, с чего начать. Первый мой выход вот так, чтобы я с вами общалась, прямая трансляция. Спасибо, Алёне пригласила. Попробуем. Что я могу рассказать о себе? У меня была очень интересная, насыщенная история моей жизни, в которой было все у меня. Вот прям вот все, о чем мечтают женщины, но не было, наверное, не было своего «я». Но это вообще не было. Оно было, но мне его не давали раскрыть, показать, потому что мне так хотелось людям, ну вот смотрите, я могу вот это, вот смотрите, это же классно. Но настал какой-то момент в жизни, когда я приняла решение, что нет, ну так нельзя, и надо делиться, надо советовать, если ты можешь, знания у тебя какие-то есть, надо обязательно делиться. Вот это, кстати, девочки, тот момент, про который вы меня спрашиваете часто. Как найти свое призвание вообще, как найти свое дело? И вот, Тань, ты сейчас сказала классную вещь по поводу делиться. На самом деле, я вам могу, наверное, на эту тему тоже сказать, что как только у вас внутри появляется желание делиться чем-то, что вас беспокоит? Привет, девчонки. Привет, и мальчишки. И мальчишки, да, все, да, мы это вот так вот вижу. Как только у вас появляется желание отдавать вовне то, что вы умеете, знаете, то, что вот просто в жизненном опыте уже накоплено, вот в этом надо искать это зерно, как мне кажется. Поэтому, если у вас нет желания отдать это безвозмездно, просто во благо другим, значит, честно, вы пока, наверное, не совсем нашли себя. Когда мы потребляем, да, только, да, это не то дело, которое нам принесет впоследствии там процветание, деньги и так далее. То есть немножко другой подход здесь. Да, и, наверное, да, самый главный вопрос – это как быть счастливой. Да, ну, вот это... как успевать быть и хорошей женой, второй это извечный вопрос всех девчонок, и все успевать, и быть красивой, и спортивной. Да. Что я поняла? Это проблема в голове. Возможно быть счастливой. Это реально возможно. Ребята, вот я смотрю, кто подключился, кто-то меня
видел недавно, кто-то давно, кто-то меня знает, кто-то нет. Вы реально сейчас можете дать оценку и увидеть, понять. Есть, да, понять, есть ли какие-то изменения во мне за вот этот вот последний год. Сегодня у нас какой, 14? 14 сентября же, да, сегодня, девочки, с утра было? Год назад я была совершенно другим человеком. Если кому-то интересна история, я могу даже поделиться. Вот интересно, вот, кстати, интересно. Да, вот интересно, потому что, знаете, это я могу то же самое про себя сказать. И сколько я общаюсь с успешными девочками, многие говорят, что какое-то время назад они были вообще другими людьми. Были. Вот интересно, расскажи. Какой ты молодой, это, знаешь, жизнь до и после. Такая черта просто. Не знаю, у меня было все. Я много путешествовала, общалась с очень известными людьми, и, то есть работала и в кино, и в сфере красоты. Но то, что я сейчас чем занимаюсь, это совершенно никак не связано с знаменитыми людьми, с какой-то такой жизнью, где надо много путешествовать. Да, я путешествую, я черпаю от этого эмоции, то есть у меня от этого как бы силы появляются, новые знакомства. За этот год, я не знаю, я познакомилась столько с людьми, сколько не знакомилась за все свои 33 года, да. И на самом деле, вот когда ты открываешься миру, тебе идет все навстречу. Вот полностью с тобой согласна. Вот это прям правда. Вот то есть это я почувствовала это на себе, что надо не бояться. Надо открываться, быть, естественно, ну, вот человеком, кем ты есть. Угу. И тогда, ну, никаких масок, и тогда получается, ну, вот. Все перед тобой. Вот, Тань, ты сейчас сказала ключевую на самом деле историю по поводу того, быть той, какая ты есть. Да, это важно. Потому что девчонки, мальчишки, все, кто нас смотрит, это реально так и есть. Когда меня начинают спрашивать, ну как вот найти себя, да, как найти свое дело, как найти свой стиль и так далее, я говорю, ребят, посмотрите на себя реально в зеркало и признайтесь себе, ну, кто вы есть на данный момент, да, как вы себя чувствуете, как вы хотите себя чувствовать. Потому что до того момента, пока вы живете в каких-то иллюзиях непонятных, да, что, ну, как бы я вот думаю, что я такая, и наверное, меня так воспринимают. Угу. Вот это вот раздвоение будет вам мешать на самом деле найти себя, понять себя. Поэтому реально будьте просто честны с собой. Вот, Тань, ты правильно? Я да. тоже с тобой согласна. Я, кстати, вот вспомнила твой тренинг совсем недавно, 12 часов, которые ты проводишь. А, неделю стиля, которую я проводила. Девчонки, кто смотрел, я знаю, что тут есть. Очень, очень крутой. Я прям вспомнила, когда, помнишь, было такое задание представить себя в интерьере. Да, и это ассоциация, они работают. Они работают настолько. И вот я такая думаю, так, я скажу Алене, так, Алена, я даже, знаешь, скажу больше, надо представить вот белую комнату, и ты ее наполняешь. И это, вот, кстати, да. И вот прям я ее так вот начала по чуть-чуть наполнять, и прям так круто. И какое ощущение, кстати, скажи мне, вот что ты чувствовала? И ты сам себя, получается, создаешь. Да. И тогда получается такой, о, так, образ такой. И ты уже с этой мыслью просыпаешься, идешь, у тебя уже даже не важно, что там на улице происходит, какая погода, какие проблемы на самом деле тебе надо решить. Но у тебя уже такая картинка яркая, красивая в голове, которую ты, ну, ты вживаешься в этот образ. И недавно вспомнишь, у тебя на телефоне фламинго, да, нарисованы? Да, у меня на телефоне фламинго, но и как бы они там. Они там, они у меня в моей комнате, эти фламинги. Это, кстати, это вот мы с Таней сидели, болтали, когда первый раз, и она увидела этих фламинго и говорит, о, у меня такие обои, да, Таня, да, что-то да, хотела. Да, да, да. И на самом деле, что я хочу сказать, не бойтесь, вот реально, ну вот это трудно в это поверить, но я в своей жизни год назад я просто поставила крест на том, что у меня было. Я забрала собаку. А вот что было, вот знаешь, вот этот момент, да, переломный, вот этот щелчок, что с тобой происходило вообще, как это случилось? Ты проснулась просто и решила такая, ну все, как бы, да, собираю собаку и иду, или нет, как? На самом деле я вот, кто-то знает, кто сейчас смотрит эфир, кто-то не знает, вот последние 3 года я, то есть у меня было 2 брака. Один. Но это не последний. Второй брак был, то есть мне дали все,
сказали, вот, но об этом мечтают все девочки. Девочки все, вот согласитесь, все мечтают быть принцессами. Мы вернулись. Девочки, я не знаю, что происходит. Кстати, у меня было такое в прошлые эфиры. То ли сеть перерывается, то ли у меня с телефоном какая-то магическая штука. Ну, в общем, первую часть мы уже начали, да, мы продолжаем наш разговор. И не переживайте, даже если это будет разбито на три части, мы все равно будем болтать, нас ничего не остановит. Так что мы продолжаем. Подсоединяйтесь. Мы остановились. Вопрос был в том, что... Так, и мы снова в прямом эфире, девочки, мальчики. Сейчас мы поставим. Вот. Покинули и все. То есть, ну реально круто.